Для любой хозяйки наличие всей бытовой техники дома – мечта, ведь такие удобства позволяют экономить время и силы. У Яхи Гайтовой четверо детей. А каково выводить пятна с детских вещей вручную, хозяйка знает и не понаслышке. В месяц чистых дел Минздрав решил взяться за исполнение желания Яхи Гайтовой. Как вы видите, социально-бытовые условия проживания этой семьи не совсем благополучные. Но на сегодняшний день у них есть бытовая техника, и не хватало именно стиральной машины. Семья многодетная, естественно, большая нагрузка идет на мать семейства, и мы решили таким образом оказать ей помощь. Заработной платы супруга Яхи хватает только на самое необходимое. Эта техника, казалось бы, чуть ли не в каждом доме в наше время, но для многодетной семьи стала настоящей роскошью, которую позволить себе не могли. Теперь мы здесь, да, бежим постоянно, это же кирсю, что так, машина, хамятся, бля, машины хайрасы. У семьи Гайтовых нет собственного дома и даже земельного участка, где могли бы его построить. В щитовом домике им временно позволил жить без арендной платы один из местных жителей. Тяжелое материальное положение, отсутствие собственной жилплощади – не единственные трудности семьи. Жизнь родителей пару лет назад омрачила новость о болезни 5-летнего сына. Диагноз – гидронефроз почек. Ребенок уже перенес 2 операции. Чтобы выехать на третью, денежных средств не нашлось. В Минздраве, в свою очередь, узнав ситуации, ускорили процесс оформления квоты для прохождения лечения в Саратове. Словом, копилка благих дел пополняется. Ранее в рамках доброй акции Минздравом оказана продуктовая помощь другим нуждающимся семьям. А у Яхи теперь появится больше свободного времени, которое сможет проводить с детьми, а не за стиркой. Тем более старший сын в этом году готовится пойти в 1-й класс. Пока стираются вещи, есть время сделать уроки с мамой. И не забываем присоединиться к флешмобу чистых дел и порадовать сердца нуждающихся может каждый желающий. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.